Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И судя по отзывам, алкорубрика зашла. Поэтому сегодня мы будем с вами продолжать начатую ранее карибскую тему и будем продолжать географию алкоголизма Центральной Америки. И сегодня мы будем делать такой крутой напиток на основе пива с текилой. Есть такой напиток Desperado, то есть это пиво, в котором вот написано tequila flavored, то есть с вкусом текилы. Я не знаю насчет того, что там текила есть ли внутри, но 5,9% алкоголя как бы говорит о том, что пиво может быть достаточно крепкое. В данном случае вы можете пить абсолютно любое. В данном случае мы взяли гуарану и кашасу, то есть вообще микс адов. Но тем не менее, давайте сделаем такой напиток, как делают в Центральной Америке, и он очень популярен среди девочек и среди мужчин, если вы захотели прибухнуть в середине рабочего дня. Чтобы сделать этот адов напиток, нам понадобится лед. Вот у нас есть в брикете лед. Если получится сделать крэш из этого льда, то есть такой колотый мелкий лед, это, собственно, то, что нам нужно. Но из такого льда тоже прекрасно получится сделать вкусняхи. Как обычно, нам нужен лимонный сок. То есть мы нарезаем лайм такими тонкими дольками, чтобы было удобно давить, потому что нам отсюда нужно получить только сок и ничего больше. Ну что ж, берем вот такой вот у нас стакан. И начинаем в него давить лайм. Так, льда должно быть много. То есть он насыпается вот сюда, вот так, до самого верха. Как я вам уже и говорил, что это должен быть крэш, то есть ломанный лед, ну так как ломать мне его сейчас совершенно в западло, то будет себе спокойненько просто лед. Вот, вот так вот. То есть вы помните, что снизу у нас там находится сок лайма. Так, продолжаем диалог. Далее берем бутылку Desperado и делаем вот такую вот штуку. Прикол данного напитка в том, что вы сюда вставляете трубочку и начинаете сербать, и вы бутылку забрать уже не можете. То есть вы должны ее допить, и в ней ничего не останется. И оно будет всегда холодное, потому что снизу находится лед. Ну вот, друзья, и получился такой напиток. А по мере того, как вы его пьете, из бутылки в лед наливается Desperado. И пока вы эту бутылочку не закончите, вытащить ее отсюда нельзя. Поэтому вот такой вот прикольный напиток One Shot со льдом, вкусненький для жаркого климата. Я понимаю, что у вас сейчас, наверное, все-таки климат не очень жаркий. Но в большинстве своем на яхте климат жаркий. Поэтому вот такой вот напиток Desperado. О, для тропического климата супер. Друзья, если вам нравится наша алкорубрика, мы будем и дальше ее продолжать и, главное, развивать. Я буду с вами делиться всеми рецептами алкашки, которую мы нашли среди людей, путешествуя по разным странам. Пока у нас идет Центральная Америка. И, собственно, еще какое-то время Центральная Америка будет на вашей кухне и в ваших мониторах. Поэтому, друзья, ставим лайк, подпись, что там, колокольчики, там, понажимали кнопочек, комменты написали, все, обнимаю и за ваше здоровье. Пока!